Накануне Дня России в Москве удалось обнаружить магазин фирменных массандровских вин. И ассортимент я вам сейчас покажу. Представьте, как интересно. Сначала, конечно же, мне, понятно, администрация, я бы не сказал, что запретила, но был небольшой затык по поводу съемок в самом магазине. Но потом, после согласования с администрацией, представляющих здесь вина Массандры, после телефонного звонка и объяснения, как, что, зачем и почему, конечно же, мне любезно позволили снять и массандровские вина, и цены, и ассортимент вообще всего, что есть в магазине. Посмотрите, как это выглядит на самом деле. Вот такие дела. Пожалуйста, вот это массандровские вина в фирменном магазине в городе Москва. Вот. Все на месте, все работает, все как есть, так и есть. Как обычно, репортаж я публикую в социальных сетях. Ну, ассортимент массандровских вин. Все-таки это крымский бренд. Вы посмотрели. Здесь, кстати, представлены и вина завода шампанских вин «Новый Свет». Пожалуйста, игристые вина. А потому что через... Вот они. Перешеек. Вот. Это остров теперь. Ну да. Там перекопали. Уже был вроде полуостров. Вот. Перекопали все. Там уже как наш, с нашей стороны траншеи прорыли, так и со стороны их районы. Они сюда сами тоже прорыли. Сейчас еще стены бетонные возведут. Не пугай, Саша, не пугай. Не пугай. Персонал магазина Массандра. Вот. Ужасами про Крым. В Крыму все хорошо. В Крыму голода нет. Вина производят, все работает. Спасибо вам, ребята, за возможность посмотреть на крымские вина и сделать небольшой видеорепортаж. Заводу Массандра. Респект и уважуха. Честное слово. Вот так. Потом на YouTube можно? Обязательно, это будет размещено в социальных сетях и на YouTube. Лайками обрастать.